Когда-то, много лет назад, молодой талантливый режиссер Тим Бартон искал актера, которого он мог бы снимать почти во всех своих фильмах. Вдруг видит Джонни Депп. «Что ты можешь, Джонни Депп?» «Я могу вот так!» «Ух ты!» — сказала подруга Бартона Вайнона Райдер. «А еще я могу вот так!» «И вот так, и даже так!» «Надо же!» — вздохнул Тим Бартон. «Так!» — познакомились Тим Бартон и Джонни Депп. Так началась история долгого сотрудничества гениального режиссера и великого актера. «Эдвард Руки-ножницы» — первый фильм Бартона и Джонни Деппа снова на большом экране. Посмотрите, как все начиналось.